Борщ, вспоминая анекдоты. Муж пообедал днем, поел борща, собрался и поехал на работу. Ушел с улыбкой, сытый, не ворча, довольный, благодарный за заботу. Достала я из ящика планшет, сижу, пишу подружкам, развлекаюсь. Да что-то мужа слишком долго нет, и я уже немного напрягаюсь. Звонок. О, муж. Скажи мне, что в борще? Секрет, я для тебя старалась очень. Послушай, дорогой, ты где вообще? Я не желаю ждать тебя до ночи. Тогда раскрой немедленно секрет, и пусть его в больнице все узнают. Поторопись, врачи ждут твой ответ. Лежу в реанимации, спасают. Борщ, вспоминая анекдоты. Муж пообедал днем,